Аптия Ухадову всего 22, а он уже поднимает вес до 215 килограмм. На его счету золото универсиады в Казани и чемпионата мира, а также серебро Олимпийских игр в Лондоне. Спортсмен тренируется в Грозном под руководством отца. Секретом своего успеха считает строгий режим тренировок и правильное питание. На этом сборе вместе с Аптией в Сочи готовится к чемпионату мира еще около 20 сильнейших тяжелоатлетов России. В моем весе тоже выступают здесь ребята, поэтому, конечно, какое-то соперничество. Мы друзья, но соперничество все равно внутри какое-то есть, что у тебя все равно какая-то определенная цель, и ты внутри даешь себе установку идти к ней. И, ну, в общем, все друзья, все хорошо друг к другу относятся. Поэтому вся борьба будет там. Это уже второй сбор по подготовке к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который пройдет в ноябре в США. Спортсмены готовятся особенно тщательно, ведь это чемпионат лицензионный. Он дает тяжелоатлетам путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. У каждого из них есть шанс. И они должны им воспользоваться, вот и все. До Олимпийских игр осталось не так много времени, поэтому они должны на каждом старте выкладываться и доказывать, что они должны попасть в олимпийскую команду. Олимпийская команда – это всего 6 человек. На сегодняшний день чемпионат мира – это 8 человек. То есть вот, себе представить, какая конкуренция в команде. Кстати, те спортсмены, которые получат путевку на Олимпиаду, планируют вскоре еще раз приехать на сборы в Сочи. Готовиться к играм тяжелоатлеты будут на базе центра «Югспорт». Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.